Бытовой мусор и отходы с огорода теперь Вера Михейкина выбрасывает в личный контейнер. Раньше весь этот мусор приходилось по несколько месяцев копить на территории участка, после чего самой заказывать специальную машину для того, чтобы убрать мусор. А такая услуга обходилась недешево, около 1000 рублей. А вот буквально месяц назад получила зеленый бак и признается, что одной проблемой стало меньше. Это же очень удобно вот для нас, жителей, которые не имеют транспорта для вывоза вот этих отходов. Никого просить не надо. В любое время позвонил, приедут и вывезут. Вот. Я, конечно, это вообще значимое. Я загружу его месяц, два или три, сколько я буду загружать. Мне будет приходить ежемесячная квитанция на сумму 90 рублей, как за твердые отходы. И мне, как ветерану Красноярского края, будет 50% возвращаться. Если Вера Михейкина честно вывозила мусор, то не все жители поселка поступали так же. Из-за отсутствия контейнеров образовывались несанкционированные свалки. Сейчас их стало меньше. Контейнеры предоставил свинокомплекс в Красноярске. Всего изготовили и передали жителям около 300 мусорных баков. Проект реализуется не первый год. Сейчас зеленый контейнер можно увидеть практически на каждой улице поселка. Управляющая компания собирает мусор регулярно по личному обращению жителей. Плюс людям, которые здесь проживают, то, что для них это удобно, то, что у каждого, можно сказать, домовладения стоит свой контейнер, где они могут беспрепятственно там этот мусор складировать, ну и, соответственно, потом мы его уже утилизируем. Возим, забираем и утилизируем. На мусорные баки появился большой спрос. Жители обращаются в администрацию поселка, и уже там их выдают тем, кому сложнее самостоятельно вывозить мусор. Заключает с жителем дома договорчик на вывоз бытовых отходов по утвержденному тарифу. И на основании этого договорчика мы предоставляем жителю на безвозмездной основе контейнер, который устанавливается возле дома, возле домовладения. И откуда производится вывоз. Жители и глава Большой Мурты надеются, что со временем личные баки появятся у всех домов поселка. А это порядка 3500. Артем Долгоршинных, Андрей Ткачук, Афонтово новости.